Удивлять Витебск, на этот раз культурный марафон был передан Витебской областной филармонии, где 11 июля состоялся джазовый симфонический концерт. На сцену вышли российские музыканты Вячеслав Золотовский и Дмитрий Сафонов. Они представили новую эксклюзивную программу. В программе так довольно спонтанно сложилось, что присутствует как авторская музыка, так и аранжировки джазовой классики, если это можно, конечно, так назвать. То есть у нас такие вот оригинальные аранжировки для такого вот состава, для органа с ударными, которые мы себе представляем как некую, ну так образно выражаясь, идеальную музыкальную машину. Орган – это тот инструмент, который может извлечь, в принципе, любой тембр, поэтому с барабанами он сочетается достаточно отлично. Надо понимать, что у нас все аранжировки сделаны так, чтобы и орган, и ударные звучали вместе, как такое единое целое, но при этом давая место посолировать и Вячеславу, и мне, соответственно. Молодые музыканты уверены, что именно сочетание органа и барабанов – это новаторский подход в исполнении джаза. Такой симбиоз они назвали новым джазом. Мероприятие вызвало восторженные отклики у публики, зал был полностью заполнен, а ребята пообещали обязательно вернуться на Славянский базар в следующем году.